тут отдельные средства массовой информации, рассматривая кусочки из моих концертов, с которыми я сейчас выступаю, пытаются подать то, что я делаю на сцене, как поливание грязью моей родины. Так вот, запомните, я за 28 лет своих выступлений ни разу, ни одним словом не облил грязью свою родную, любимую Россию. Все эти 28 лет я пародировал политиков, высмеивал лживых, жалких пропагандистов и коррумпированных чиновников, которые обворовывают мой русский народ. И я имею, как сатирик, на это право. И буду это делать, как делал и раньше. Мои выступления ничем не отличаются от всех тех выступлений, которые были в многочисленных городах России за все эти годы. Я думаю, вы найдете там много подтверждений и свидетельств в Ютубе. Я всегда был за народ. Не за звание, не за подачки с государственного стола, а за народ. Так вот и я и сейчас хочу, чтобы мой российский народ жил в мире, в богатстве, а не в нищете и в изоляции. Поэтому я своим юмористическим словом и делом, так как могу, буду высмеивать тех, кто стоит на пути развития моей любимой России. Спасибо.